Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере на Ролиплей, Центральный округ. У них здесь Кирилл Футболови, не забывайте вводить мани по регистрации. Итак, сегодня у нас, в принципе, новая серичка, она будет такая необычная, потому что я хочу провести экскурсию вам в организации, в которой я состою. Сразу говорю, я не призываю никого идти туда, где я состою сейчас в организации, потому что я чисто сам хотел посмотреть, потому что, честно, я еще на базе своей организации не был. Если что, я нахожусь в организации Черная Кошка, по-моему, это вроде бы как ОПГ. Да, видите, вот организация Черная Кошка, Рензо. Я вроде бы как четвертый ранг. Я не знаю, как это получилось. Я свои скиллы показал, сдал вот это исследование, и меня приняли, в принципе, да. Как бы никто мне ничего не говорил за то, что я ютубер, ну, скорее всего, потому что меня никто на родине не узнает. Ну да ладно. Садимся и давайте съездим, посмотрим, что вообще находится на базе Черной Кошки. Потому что я очень мало был в каких-то организациях на родине. Я был, по-моему, в двух организациях. Это больница и администрация области. Больше я нигде не был. Итак, вот мы уже, в принципе, подъезжаем. Вот здесь находится организация Черная Кошка. Давайте я где-то здесь припаркую свой автомобиль. Давайте как-то вот так вот мы это сделаем. Кстати, видите, здесь квартиры по ГОСТу. Я заметил, что на родине очень много стало квартир по ГОСТу. Прям очень много. Если через сайт посмотреть карту родины, именно южного, ой, центрального округа, то там много квартир по ГОСТу. У нас вот такие вот тачки есть, кстати. Давайте я скриншотик, наверное, ебану такой. Прикольный. Вот так вот сделаем. Так, давайте посмотрим, короче. У нас здесь есть, ну, это машина, скорее всего, чувака, которого, да, это не наш. Тачки. Наши тачки все черные. Есть у нас девяточки, бэхи, мясовозки. Это у нас, по-моему, семерка, да, типа? Да, семерка, типа. Семерка у нас с кузовом таким получается. Давайте зайдем на базу. Или чувак у ФК стоит. Дай я приду. Алёш, о, все, мы зашли. Так, я еще здесь не был. Блин, интерьер, конечно, такой себе, я бы сказал. Очень какое-то задрипанное место. Ну, в ОПГ не думаю, что так на самом деле все происходит. Ну, возможно, и так. Я в ОПГ не был в реальной жизни, поэтому сказать не могу. Так что извиняюсь. Так сказать, да. Так, ну тут у нас бутылки везде валяются. Такое ощущение, что мы не ОПГ, а какие-то алкаши, блядь. Реально, везде бутылки валяются, склад закрыт, как бы. Наркотики у нас 3600, патроны 48 тысяч, канистры даже есть 4 штуки, инструменты 1 штука. Короче, мне пришлось перезайти из-за того, что у меня я вышел из здания и у меня залагала игра. Там, в принципе, ничего такого не было. Мое мнение, что интерьер какой-то сильный, какой-то бомжачий, честно говоря. Ну, не знаю. Может, кому-то нравится. Мне чисто, честно, не понравилось просто этот интерьер. Ну, а так, в принципе, нормально. Я думаю, склад там закрыт всегда, я так понял, потому что чтобы его не выносил состав, так сказать, и так далее. Кстати, чуваки, у меня вот идеи вообще заканчиваются. Прям вот вообще нет идей, поэтому пишите свои идеи в комментариях, что мне можно есть снимать, что вам было бы интересно, потому что серьезной идеи у меня нет. Из-за этого редко выходят серии, потому что, блядь, ну нет у меня идей. Я не знаю, что уже придумать. Я уже снял практически много серий по родине, там почти 200 серий, по-моему, и поэтому у меня мало идей уже. Поэтому пишите свои идеи в комментариях. Если смотреть по территориям, то у нас вообще вот это только наша одна территория, и все, смотрите. Вообще просто печалька, на самом деле. Но я не тащер, у меня даже скиллов нету, поэтому я даже на капты не езжу. Я просто пока что буду в этой районе до того момента, пока меня не выгонят, либо если мне будет интересно, я буду ездить аирдроп ловить, а на ВЧ буду ездить, воровать там всякие эти патрончики и так далее. И если, в принципе, это будет вам тоже интересно, то я могу поснимать, как я на ВЧ пойду, буду воровать там патроны или что там воруют, короче, и буду ловить аирдропы, если они будут появляться, когда я буду в игре. Но так я не знаю, на самом деле, что толком поснимать. Блин, тут, короче, чувак дом хочет купить за 13 миллионов рыбака. Я вот думаю, блин, продавать его или нет. Просто скоро будет обновление, возможно, с экономикой домов рыбаков что-то сделают. И поэтому я не знаю, продавать его или нет, напишите в комментариях. Лучше подождать уже обновление, возможно, что-то новое добавить с этими домами. Либо его продать уже и купить просто обычный домик где-то. И там жить и быть при бабках. Вот напишите в комментариях, кто шарит, в принципе, напишите в комментариях. Потому что я, честно говоря, не знаю. Понимаете, мне обидно, я покупал его за 30 миллионов, а теперь могу продать, ну, там, за 13, за 14 миллионов. Ну, блин, это пиздец очень мало. Как бы в два раза меньше, чем я его купил. Это пиздец как. Кстати, насчет Майбаха, я не знаю, блин. Я думал, его может какому-то рыжику его подарить просто. Я не знаю, вот серьезно. Без всяких постанов там и так далее. Потому что я таким не занимаюсь. Просто найти рыжика и подарить ему Майбах. Как бы да, потому что деньги у меня есть. Я на самом деле бы купил что-то такое интересное. Помните, как у нас проект был? Газель там и так далее. Вот типа, что-то типа такого можно было бы сделать. Поэтому пишите в комментариях. Взять какую-то машину, либо хреновую, либо какую-то для тюнинга, как бы, и потом ее тюнинговать. Ну, как проект был с Газелью, кто помнит проект Газель, то те меня поймут.
Блин, натуре я уже не знаю, что снимать, поэтому, блин, пишите, пацаны, в комментариях. Потому что мне как вообще идеи в голову не влезут, какие можно снять серии. Так, давайте еще купим Сомика и будет заебись. Ну и что ты делаешь, дядя Вася? Что ты мою тачку сел, дружище? Так, короче, чуваку дал 30 тысяч на аренду, потому что, блин, мне как-то лом его вести до охотника аж. Это очень далеко, поэтому давайте напишем ему удачи и все. Ну что ж, чуваки, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Получилась какая-то непонятная вообще серия. Ну, потому что у меня реально идей нету. Я пытался как-то заснять прикольный видосик насчет ОПГ, но, не знаю, наверное, у меня это не получилось. Но все равно, пацаны, поддержите меня лайком и пишите свои идеи обязательно в комментариях. Я все комментарии читаю и учту каждую идею. Если она не понравится, я обязательно засниму по этому поводу видео. Все, пацаны, всем пока-пока.